и белый корень. Перчик, все остальное. Заметьте, друзья, вот это все с огородом. Да. Вечером сорвали. Так. Трезвое утро. 5 часов. 20 числа открытие. Так, ну что, 19 августа. Наконец-таки сбылось. Завтра открытие охоты. Мы едем с ночевкой ночевать. Шулюм сейчас будем готовить. Машина полная, ну Нива. Хотя удлиненная у меня, но товарищ побежал за сладеньким. Водички там, хлеба. Вот, ну вот сбылось. Вот, половинка свободна. Собачки. Здесь первое поле у нас будет. Ну, посмотрим, как они переживают, как будут приносить. Чтоб не жевали, чтоб не ели. Не знаю. То есть дичь еще не хапали. А такие дела. Вот где мы расположились. Вот поле скошенное с травой. Там подсолнух его не видно. Вот идут косогоры. Вон идут косогоры. Вот лежат эти красавицы. Это с одним глазом подбитым сегодня. Тренировались, что-то с глазом накололо, че что. Так, сейчас я вам водички налью. Так, готовим. Вот шурумчик. Прошлогодний перепела и утка. Зажарим с белым корнем, с морковкой. Тут воду некуда лить. Но оно же еще ничего не размешалось, ничего не посмотрел. Смотри, первый. Вот, пытаюсь приучить собак, что к столу подходить нельзя. Бежать. Вот. Что-то. Я отдыхаю. Да. Вернее, видно. Ну, вот у нас перепелочки. Вот они, перепелочки. Это уточка, это перепелочки прошлогодние. Вот. Помидоры собственного приготовления, огурчики собственного приготовления, икорка, ну, сате, чача абрикосовая. В общем, живем на юге России. Все готовим сами. Мы пьем чаек, одноглазый Джо и двуглазый Джо. Опа-на! О, опа, поиграл. Все, покоркали. Иди танцуй, иди, иди, иди. Опа, смотри, встала. Подожди, подожди, рано, рано, рано. Подойдем в упор. Слева летит, ты стреляешь, справа я. А полетит он вот туда, смотри. Я своего взял. Стреляй, стреляй, да что ж тут, блядь. Ко мне. Первый перец в этом году. Стоять. Здесь. Ну. Ко мне. Вот здесь он упал. Стало мало. Умничка, стоять, стоять. Красавец, красавец. Посмотри, какой хороший. Хорош, хорош. Первый перец в этом году. Посмотри. Нельзя. Аккуратно.
Смотри, смотри, малая становится. Привет! Стоять! Стоять, я сказал! Усы, вот так вот и пойдем. Стоять! Вот так вот. Пошли. Стоять. Только становимся так, чтобы нигде машина стоять. Сейчас будет перед. Левый твой, правый мой. Я взял. Я взял, да. Ко мне. Да. Ты взял? Ветер оттуда. Усы. Давай, давай сюда. Ты готов? Жить! Жить! Бля, стреляй, стреляй! Стоять! Сын, левые твои, правые мои. Не суетись. Ты видел, сколько? Ну, давай. А это уже на ферме. Смотри, встала, встала. Стоим, стоим. Правый твой, левый мой. Сейчас, подожди. Чик! А он подранок. Он не подранок. Ищи! Дай. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Да, блядь. Молодец. Молодец. Первого принесла, но, скажем так, ничего нельзя. Ну, вот единственное, ее надо это. Молодец. Нельзя. Фу. Молодец. Молодец. Нельзя. Молодец. Стоять. Стоять. Лежать. Умбра. Умбра. Умбра, лежать. Лежать. О, мы открылись. Вот.
Вот с утра взяли по холодку, потом начали мазать безбожно. Ну, открытие состоялось, у собак прошло первое поле, работали со стойкой, потом все устали, очень жарко. Это сейчас 7:30, уже я не знаю, это в 28. Ну, птица есть, немного, но есть, чтоб товарищи не испортили нам чуть-чуть охоту. А так, в принципе, свое взяли. Собаки умерли уже, жарко. Одного умброчка принесла, нормально, не съела. Плотно взяла, не жевала, но плотно держала. Так что поработали, открылись. Все, с открытием охоты. Ну что у нас, сегодня второй день открытия. Я выехал сам в поле. Вот. Охочусь я со своим любимым 16-м калибром. То с Бейли, то с БМ ружье, не знаю, 53-го года. Но смысл в том, что у него правый ствол цилиндр, а левый ствол получок. Поэтому цилиндром стрелять очень удобно и комфортно. По перепалу. Ветерок хороший. Посмотрим, поохотимся. Если вчера все не выбили охотники, я здесь не был вчера. Будем смотреть. Ты чё, Зык, ищи его. Ищи. Ты представляешь, как он убежал, а? Вот я видел, что он сел здесь, он взлетал, перемещенный был. Вот отсюда он убежал аж вот туда, на 10 метров, зараз. Вот, пожалуйста. Ну, молодец, нашла его, причуяла, сработала со стойкой. Все хорошо. Так, ну что, пробуем в другом месте. По полям что-то совсем сухо. Дождей не было 3-4 недели. Совсем сухо. Вчера подняли всего 2 перепела, по одному стрелял. Ничего не получилось. Ну, третий раз попробуем. Третий. Будем считать третьим днем открытия. Дайте-ка я ваши клещи обработаю. Стоять. Шира, причуяла. Позвонят твою. Умбра, иди ко мне. Позанято. Нельзя стрелять. Позаненок. Стоять. Успокаиваемся. Нам, пацаны, встает! Нам, пацаны, не нужны. Стоять. Умбра, вперед туда! Шира, вперед! Что ты причуяла? Запах какой-то. Стоять!
Стоять, стоять! Молодец, ты умничка, а я мочила, как обычно. А ты его причуяла, ты смотри, а. Стой, 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 стой. Давай смотреть, куда он пересел. Ага. Пошли, девочки, идем. Да я сомневаюсь, что там еще что-то есть. Третьего не может быть. Это я проморгал, я у вас мазил. Бля, еще один. Стоять! Ты посмотри, еще один. Что за ерунда? Ну, поищи, поищи здесь, здесь поищи. Хорошее место. Надо одевать бипер. Сюда нифига тут не видно. Опа, опа. Потянула, потянула. Ищи, ищи, ищи. Она. Ищи, ищи, ищи. Сядь, сядь. Давай. Где-то он здесь. Есть. Ищи. Умра. Ищи здесь. Ищи. Ищи, 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 ищи. Дай, дай, неси. Дай, дай, дай. Вот, вот умничка. Вот молодец. Вот наш перепел. О, красавчик. Да, наш местный. Хорошо сработал. Ну, наконец-таки попал. Ох ты, бля, фу, господи ты, боже мой. Ух, да ты умничка моя. Ты мой молодец. Вай. Адреналин раш. Фух, из-под ног взлетели, а. Как ты их вычислил. Умница, молодец. Так, ну что сказать. В общем, 3 дня я проохотился. На открытие 6. Вчера одного, и сегодня одного взял. Вывод какой? Вывод такой, что 2-3 недели назад перепела баловалом. Прошел дождик, было нормально. Сейчас сухость безумная, он весь ушел под солнух, в низины, в тростник. И скажите мне, на кукурузу. Вот. Поэтому, ну, для меня, в принципе, как бы количество. Я все равно буду каждый день выходить, так что свое-то я возьму. Но смысл не в этом, смысл в том, что меня порадовали собаки. Ну, как обычно, старшая вообще молодец. Ну, сегодня и малая, он поработала на фазанов великолепно. Понятно, что я их не брал, но... Вот, ну, собаки работают, работают со стойкой, слушаются. Косяков валом, косяки есть, побежали. Не раз, два раза бежали, гнали. Ну, один раз прямо конкретно за перепелом. Вот, первые 4 работы, 5 работ было вообще идеальных утром на открытие. Ну, потом немножко рассобачились. Ну, в принципе, нормально меня устраивает. Для молодых собак будем учить. Приносит, умбра приносит, по крайней мере, 2 перепела принесла. Она, ну, держит жестко, не перекатывает, но держит жестко. Ну вот, а так, так, девочки. Фу, не лазим нигде. Идите сюда. Сюда идите. Обсыхаем. Все, поохотились. Я их скупал. Сейчас поедем домой. Пока. Буду монтировать.